Всем привет, дорогие друзья, с вами Аркадий и кальянный блог Sweet Smoke. Не так давно у нас вышел обзор на новый вкус от компании Blackburn, и это был реально вкус Overdose, потому что заявленная крепость 10 из 10 вообще не соответствовала реальности. Сегодня у нас продукт, который также заявляет, что это самый крепкий продукт в линейке, но от другого производителя. Встречайте, месть королевы Анны. Наш фрегат спускается на воду и идем разваливать щит. Мы начинаем. Почему я сказал про разваленные щи? Потому что если мы вспомним промо-ролик, посвященный этому вкусу, в котором снимался Айк, то да, он получил по лицу. Теперь пора и мне. Ощутите мою месть! Ну как вам? Убийственно. Я хочу вспомнить историю компании Satir. Да, мы ее уже рассказывали вот в этом видео, но я хочу напомнить, что эта компания была создана кальянными экспертами для кальянных экспертов. И ребята знают, что такое кальян, что такое табак и как с ним работать. Это безаромка. Про вкусовые качества, честно говоря, вообще ничего сказать не хочется, потому что да, есть нотки ореха, да, есть нотки чернослива, возможно, кто-то почувствует ваниль, но я скажу честно, вкус вас будет волновать меньше всего, потому что это крепко. Это очень крепко. Я не знаю, как передать эту крепость, разве что по моему лицу. Дорогие друзья, как вы только что заметили, я сделал 10 тяг. И это больно, потому что это самый крепкий продукт, который мне доводилось пробовать без добавления крепости, без каких-то дополнительных усилителей. Это очень насыщенный никотином продукт. В ближайшее время должен выйти выпуск, где я расскажу о том, что такое никотин и сколько его в чашке. Так вот, здесь его просто овер дофига. Это чувствуется, и мое сердце хочет просто выпрыгнуть из груди. Могу ли я посоветовать этот продукт для дома? Здравый смысл говорит, что не надо, потому что это очень крепко. Но для любителей крепости это лучший продукт, который можно купить за свои деньги. Я его могу рекомендовать тем, кто гонится за дозой никотина, за тем, чтобы вас просто разнесло. Знаете, здесь ощущается природная крепость. У вас нет удара по горлу от какого-то ТХ или еще что-то. Да, от никотина просто сжимает легкие, и это очень больно и тяжело. Это приятно. Это тот момент, когда мазохизм заходит в чат и говорит: это так больно, так жестко, так грубо, но так хорошо. Давай еще чуть-чуть. И хочется затягиваться и затягиваться. Ну что ж, мы вдвоем с Женей скурили чашку, и это очень крепко. Но понятие крепости, как я не раз повторял, субъективно. Поскольку для человека, который курит танш в касание, закинув половину чашки дохи, и это как бы легенько, ничем не удивить. Но для львиной доли аудитории, я бы даже сказал, наверное, для 90%, а то и больше, это будет очень крепко, и это вас удивит. И мы подумали, что стоит сделать хороший миксочек, чтобы проверить, как говорится, в бою этот табак. Мы возьмем 30% мести королевы Анны, 50% печенья от Аравака и 20% кранбери от Дейли Хуки. Это все мы смешаем в компот и уже поставим под колодку. Посмотрим, что из этого получится. Ну что, ребят, мы закончили забивать чашку. Сейчас поменяем кальян, поставим угли, прогреем ее и вернемся к вам буквально через несколько секунд. Пока греется наша чашка, давайте подведем итоги розыгрыша двух новых вкусов от компании Чебака. Если вы не успели ознакомиться с видео, то вот здесь можете это сделать. И боги рандома, вот он наш победитель. Напиши мне, пожалуйста, в директ, я тебя поздравляю, обсудим с тобой варианты доставки. А теперь к теме выпуска. Знаете, ребят, что забавно?
пока у нас происходит куча манипуляций, то съемка занимает часа два. Для вас это всего-навсего 10 минут познательного контента, поэтому не забудь поставить лайк за наши старания. И давайте пробовать, что же у нас в итоге получилось. Напомню, здесь у нас месть королевы Анны, кренбери от Дейли Хуки и печеньки от Аравака. Как видите, тут стоит 4 25-х угля, потому что это жаростойкие табаки, которые отлично держат жар, и мы их хорошенько прогрели. Продукт «Месть королевы Анны» от компании «Сатир» я действительно могу назвать 10 из 10 по крепости. Потому что мы добавили всего-навсего 30% в чашку с двумя очень легкими табаками, и она очень мягкая, но средняя. Это средняя крепость. Всего-навсего небольшой процент, но объективно меньше половины чашки, и мы чувствуем хорошую крепость. Этот продукт действительно можно назвать очень крепким, и он занимает свое место в шкале крепости на уровне десятки. В чем плюс без аромки? В данной чашке у нас находятся два очень ярких табака. Это Дейли Хука и Аравак. Никто, думаю, не поспорит, что у них яркие и сильные аромки. И они очень хорошо сочетаются. Нет ярко выраженной табачной нотки от месте королевы Анны. Если бы мы добавили кубиту, была бы совершенно другая ситуация. Но тут это отличная композиция. И вот в этот микс я бы ничего другого не добавлял. Действительно, очень хорошо. Ну, максимум шоколада из нашей коллаборационной линейки, чтобы немножечко вот так вот подсластить. Ребят, а теперь давайте подведем небольшие итоги этого выпуска. Что мы сегодня курили? Мы курили месть королевы Анны от компании Сатир. И для меня это не отдельный вкус, а можно даже сказать отдельный продукт от этой компании, поскольку он выделяется своей крепостью, его нельзя сравнить с чем-то другим. Очень мало продуктов могут к нему приблизиться. Я бы даже сказал, вот столечко. По вкусовым характеристикам тут мало что можно сказать, поскольку ты его покупаешь и берешь не для вкуса, а именно чтобы почувствовать крепость. Конечно, вкус хороший, это отличная безаромка. В целом, я очень доволен. И для любителей крепости я могу его рекомендовать. Для всех, наверное, нет. Подходите к этому с умом. Очень важно подбирать крепость под себя, поскольку крепкие продукты – это история не для всех, а только для избранных. И по стариночке. Пишите в комментариях, какие новинки вы хотели бы, чтобы я для вас разобрал. Подписывайтесь на наш канал и бейте в колокол, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят каждую пятницу и субботу. И обязательно поставьте нам лайки под этим видео за то, что мы стараемся делать для вас качественный и ответственный контент. С вами, как всегда, был Аркадий. Курите правильные кальяны, смотрите правильные обзоры. И до скорой встречи через неделю. Пока-пока.